Пиздец. Ну два года, как обещал, десятку ровно 10, но. Ну а что и говорил. 4-4 надо. Остальные боссы в 2 танка? Да. Терус потачишь? Кого? Остальных боссов. Андрюха, уйди от края. Да, говоришь. А там лучше паладин, который бабу может стать ну, да, согласен. Да. Лучше ты, Саня. Да, этих ты потанчи, потом он на остальных может. На вальке, да? На вальке. На вальке я могу потанчить. Ага, там тебе пульс удара сосет. Нормально. Постойте. По исследователям можно, в принципе, поработать. Дисплейните, я просто не вижу на ком. Там его бы должен видеть. Он такой не видит. Его бот не показывает. Ты мимо его взору. Ну ты это, Вуду тогда скачай. Нормально будет. Да, в хиллботе нормально все показывает. Да. А, и настрой. Я не могу ничего сделать. Управо занято. Надо просто включить, чтобы отображение магии было. Там бомбу сбейте-то? Так сбили бомбу, она мертва. Сбил уже. Они только на бомбу пойдут. ДБМ просто показывает, идет до конца строчки. А у вас ДБМ это носит? Да. Да. Чё, хорошо, это еще жопу не подтирает ДБМ это. Ну можно. Да. Ты не видел, как мы в тюрьму сходили без ДБМ. Как без рук, блядь. Слепые коты, блядь. А на тюрьму есть ДБМ вообще, и тактика там. Там был ДБМ, и тактика все работала, когда я ходил. А потом они все апнули, все сломали. Я еще думаю, что-то не так происходит. Поэтому туда никто не ходит. Они такие думали, ну легко фармить тюрьму. А зажимайся в угол, когда этого танчика дайся. Я тут к стенке стою. Это тоже так. К стенке, знаешь, что-то. Я подрубал ладоны. У нас вообще кому-то осколки нужны были? По-моему, ни один осколок не упал, да? Yeah. Еще. Так он падает, если, видно, если квест. Квеста нет. Если квеста нет, не видно? Их нету, если квеста. А если у РЛ квеста нет, он же как передаст? Нет, забираешь, я заберу и все. Или кто-то заберет. Но оно передается, то есть, ну надо, чтобы квест был у кого-то хоть одного. Когда падает. То есть, если у хоть одного рейдера есть квест, те да, видят. А сколько будут падать? Понял. Тут ни у кого, по-моему, нету, да, квест? Так мало кого ДС есть. Там грань тьмы. А первые там что надо было для грани тьмы? Ну, 25 вот. ДСов. Нет, помимо 25 ДСов, что там еще можно было? Там еще квест сделать. Ивентик пройти. А, все, я думаю, что это там такое было. И вы пройти. Мобиара такой стоит, голову пробивает. Заходите нет, назад. Тоже... Назад отошли все. Куда вы вперед танка бежите? Тотем, там видите, чтобы собаку не сяли. Тотем от сил природы поставь. А, нет, тут не тут. Тут сейчас. Надо будет этот бомжа издать. Ленточка что? Выпадет. Если что, ленточка на грубу стоит. Кому надо. Бой сдашь сразу? Я еще кто-нибудь ДКшку кроме. Дуем. Это на следующий. О, по 2 очка репы тикает с этих гусей. Может покормим репу? Кстати, с них репа падает, не падал уже. Да, раз, да, да. Ну-ка, залейте, сейчас 2 очка будет. Падает. Смотри. С каждого падает? Да, да. Мелких, но... Тут значит можно и шейна тут фармить. Да, лучше. Да, да. Yes. А в десятке не рассчитывал. В десятке, ну, в десятке души засчитывает, нормально. Я тогда помню, у кого-то шейн был, он еще не засчитал ему ни одного. В десятке работают, да. 160 за собаку дается. Пари, пана. Ты сейчас, кому? Сейчас так, с собой.
не упал. 7000 репы надо и колечко будет с дырочкой. Первую незыбку я дам. Ой, я забыл. На первое истребление, на второе будет кто там? Танку будешь массы кругом. Тотем отсылку выводу поставьте куда-нибудь сбоку. Как они строят, не могу. Так, незыбку дал. Вы главное себя прохитите. Тут хапал тоже частицы на себя вешает. Чё пизду? А он может себя начать хилить просто. Еще чуть-чуть ЭГМ будем хэм убивать. Следующее истребление это самый... Да? Там чуть-чуть людей не хватает, давай, видишь? Давай, массу. Уже 17. Ну а по третье хуй знает. Ну что-то сдох. Сихопал есть, сихопал можешь писать. А там добьете успех. Ну все, уже нормально. Ловушки, давайте танки ждите, ловушки сделаем. Боежку хочу. Ну две сразу или по одной? Ну, две давайте. Забери, забери, сейчас сожрет. Не бейте сразу, дайте ребятам. Можете заберите. Вторая. Уже давно, кстати, боешек с трэшем не видел. Охраняйте, конечно. Это мы две активировали? Да? Нет, одна, там дальше не бог. Где-то, видимо, там дальше. Но я еще дальше пройду еще. Сова прилегла такая. О, блядь, он по голове ударил. Вторая ловушка еще, наверное, там дальше у вас где-то. Тут и нет похуй тогда на нее. Да, 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 реально. Интересно. Интересно. Попаду, сейчас поставлю рыбку. А КВ какое сегодня? На суду. Не было еще? На суду. Мы еще не подходили, ребята, нормально, увидите. Смотрите, тактика простая. РДД, вы собираете три, получается, споры, и РДДшки делятся на пати, вот здесь собирают себя сферки. А прохил силен нужен будет, наедку сдашь айсбаунд. Танчит у нас Войт и танку. Танку, наверное, сколько-то стаков возьмет, потом баблом кинет. Сколько его там, твой, как думаю, столько ему учитывает. Короче, я тебе скажу, куда забирать и все. Угу. Окей. Потом... Чарова поставить? Лучок обновить, по ДКшному. Пару на рогах его вообще нету. Первый ДК танчит. Так, смотрите, по пати. Значит, Эко, Найс, Шок. Вы справа в печеньке, и вы Б, Тревор, вы слева. Потом первая пати РДД. Вы со стороны звезды будете собираться. Вторая пати. У нас кто? Вот Жарк, и я устал. Вы будете печеньки собираться. Третья пати один хант. Будешь собираться слева. И в четвертой пати никого нет. Все. Вот так РДД будет собираться. То есть первая пати звезда, вторая пати печенька. Ну и третья пати тоже печенька тогда, потому что по 3 РДД и по 2 хила. Все, вот так будем стоять. Милики вместе будут стоять. Если милики у вас две спорки, одну в РДД разносите сразу, остановите свой ДПС. И если в мили зоне спорку, подводите прям в центр фрейма, чтобы на танков тоже достало, то может не доставать. Потом, когда будет едкая гни, вы нажимаете свои сейвы, каждый. У кого есть, чтобы не напрягать его. Так, по бафам. Смотрю. Все есть, в принципе. Дайте СС по ИВБ и по Тревору. СС раскидайте, Локи. ИВБ, Тревор. Вот. А так до этого рейндж 10 держите как-то, но не слишком далеко, чтобы собраться.
И ВБ, и кто? И Тревор. Пятая пати Капал. Капал там вообще может в мили-зоне стоять. Хилиться просто. Кто это в мили-зоне? А то у нас РГД много. Капал или Ршан туда может по уху хилил. Смотрим. Все, на готовность. Геру с пулу дадим. То сейчас заагрит, сразу бешмот останется раньше времени. Предупреждаю, вообще можете фрейм убрать. Репоты. На второй секунде. Все на полу в печеньку дают. Репоты выпили. Выпили репоты. Все, пошло. Гера пошла. Вот это друг от друга подальше станет, сейчас заблюет всех, иначе. Спорки. Соединяйся. Одну сюда вынести, звезду и в печеньку. Где еще спорка? Три спорки. Nightmare, вот это на Вася на ветрике. Одна спорка на танке была, надо было вынести одну. Плохо. Бля. Минус 50 на кого? А, нормально. Это я вину не успел сказать. Да там не хоть заметишь, скажешь, такой ник, блядь, написал, еще бы, блядь, пиздец. Да никто читается, Nightmare Moon. Че ж ты? Так на мормок. Все, опять смотрите, спорка. Одну в мили-зону, выкинься. Одну в мили-зону. Одну в мили-зону. Где две одну стоит? Одну в мили-зону. Где две? С печеньки. Ну ё-моё, ребята, в первый раз. Почему вы уже вместе пошли? Блин, ебать, что вы делаете? Блядь, я вахую просто. Одна в мили-зоне и две печенька от звезда. Почему вы стоите и смотрите? Что, пиздец нам? Не, нормально. У миликов две было со старт. Сейчас это Войду хорошенько хитки во мной исцеление. Сейчас по рейду нет урона. Споры, смотрите где. Да нормально. О, нормально, наконец. Виниль, прожмитесь 2 секунды. Прожмитесь. Все, у кого что есть, прожимайте. Все, забирай там. На другого дам. Танка частицу привез. МДР не дам, потом дам. Пойду побью во власти крови. Форки соберитесь опять. Одну в миле, одну в миле. Фокси в миле, Фокси в миле. Быстрее, выдвигайтесь. Гим на ману дайте, поставьте этот темп на ману и гим на ману. Пока есть, чтобы на хилов на фул поднять. Там фул прохиливайте сейчас сильно. Грязно. На трех хилов брызнул, пиздец, живите. Кровь, собрались, одной били зону. Мне прорвало прям жестко. Такая же херня, не то получается. Я думал, я уже вылетел. Все, ладно, хуйня. Я думал, сервер сдох. Все нормально, нормально. А из баунта дашь под гнилью этого? Не, он не откатится. А может и откатиться сейчас. Вот это масса крут даст. Да, масса крут. Только отмени сразу под 50 помощь. Так, что этот самый хэпал сейчас другой танк будет тащить, забираю. Сбрось стаки бабом. Танку давай по мне каплю. Собрались опять в РДД зону. Где в РДД зону? Танку а почему только два? РДМ в зоне стоит.
Ну, заебись, сейчас опять правая сторона сдохнет. Ну ладно, добиваем. Окей. Все, прожмите все, что есть. Все, что есть, прожмите все, заебись, выжили. Клюнуло. Он на хилов не попал, наверное. А, на эшок только. Все, заебись. Эшока прохил. Что с него падает, что-то я не глянул. Скиньте ДПС. Я на втором месте. А кто на первом? Два. Чуть-чуть ты его не догнал, сейчас скину. Ну, скинь. А я помню. Сейчас, я просто рекаунт отключил, у меня перестало лагать. Да. Все, идите на следующего, подождите. Там кровь. О, блядь, я даже не в топ-7, чего? Блядь, ваш ДТЛ. Я вообще, блядь, не в топе. Надо тоже детейл скачать эту реканку, говнище. Удачи нахуй. Я скачал эту детейл с одной же. Нет, и удалил. Но смотрите, а если у вас с рекаунтом лагает, детейл побольше есть. Да, там пиздец. У меня он начинает лагать, когда я кастую. О чем говорить? Ну просто еще в детейлсе можно урезать, то есть можно сделать только, чтобы он ДПС. Полчаса времени осталось, ребята. Да, давайте еще хотя бы 3 босса надо успеть. Надо поспешить. Что трэш будет? За полчаса, если мы только гниломорды и валитры успеем. Так, а мы там, кстати, трубы открыли? Да, да там открыли. Зачем их открывать? Думаю, что профал видно. Ну, конечно. Не, я ухожу. А что по времени нас смотрит? Если доберешь, то кого? По времени еще ну, час 20. Добрать, да. На шмотах. Ты каким образом чекаешь? А где Аджарк? Он что, вылетел? Два часа шмотки вылетел. Висят, и у меня фласка еще 40 минут. Ну я обновлял фласку. Аджарк не вылетел. Аджарк не вылетел, он в гильдии написал, что релогается. Все кипели. Не, релогается. Ты понимаешь, что он опять сопьется, блядь, с горя? Ну, вчера такой вариант. Только голова прошла у чувака. Все, опять. Так, по-моему. У нас кто-то падал. Давайте рыбку поставлю для тех, кто упал. Здесь тактика простая. Все в центр босса стоим, когда он плюет, просто разворачиваемся. Когда будут гранаты пятый стак, просто скажу разбегаться, и все разбегаются. Но никуда попало, смотрите, где... Откуда тикает вот эта речка гниль. Чтоб туда вы не забежали, и под плевок не забежали. Механика такая, что не нужно стоять там, где кто-то стоял. Вот что. Да, поэтому все под гранаты сперва сбежитесь, а потом разбежитесь. Там все и так вместе будут стоять. Угу. В центре. Просто разбежитесь. Там куб будет забирать эти штуки. Просто будете стопать ЛЕ. Ставлю рыбку. Чувак. Ну, я думаю, прохилите. Если не прохилите, то продиспейте сами, смотрите, ребят, я не буду за всем следить, это невозможно для меня. Просто надеюсь на вашу адекватность, ваш профессионализм, и все. Все тут, бафы проверяю. Алкарисов друида. А по локу каску обновите. И этот, выпейте фласки, там много фласок, я вижу, нету. Аукси фласку хотя бы... Масло есть, фласку выпей еще. Обновитесь. И масло. Нет, я не Фокси, говорю, Окси, Вар. Нет, про эту фласку я вижу. Я про Окси говорю. Ладно, не суть, ставлю ДБМ пул. Опять же, на Войда на пул. Все прям в центре босса. Не за спиной, а прям в центре стоите, тогда он не будет плевать. Когда разворачиваюсь, чуть-чуть вперед выходите. Серафим, что такое? Почему не подтверждаешь готовность? Все, добавим пул. Опять никто не сбивает. На второй секунде приход. Геру дадите как откатиться. 5, 4, 3, 2. Пол припод выпили. Бол. Опа. Что такое? Ну, ваку, да, он. Он в другую сторону будет. Прям в центре босса станьте. И хуярим его.
Он, кстати, меня ударил даже агроном. Просто тычку дал. Я видел. Повернулись прям за спину, как мы нашли. Не лутаем урон. Тотем от сил природы поставьте кто-нибудь. Блока-то на тебя рассчитаем. Все, забирай большую. Большую забирай. Отлично. Все повернулись опять. Смотрите, где он плюет. Все отлично. Гера 20 секунд готовьтесь. Кирос, пожми дубовую, не дисплейте его. Пожми дубовую. Плевок, смотрите, куда плюет. Развернулись. Вперед. Под лицом него таймер. И напрягаем холл. Файвы бэй. И нардал. Потом Геру откатил. И этот. Да, Геру, давайте. Если что, говори, сколько статов, я не смотрю. Слизь сведи, Хант, подойди на тебе, шли, слизь, сведи вторую. На ком слизь, сведите, слизь. Все, забирай большую. Прохильте рейд, забирай большую. Прохиливайте рейд. Там две, да? Окей. За спину повернулись быстрее, не лутаем урон. Тут хилов напрягается. На рейд не поворачивай лицом с резником, лужу в центре клинки. Все, забираем. Смотрите, куда плюет. Там в рейде большой. Забирай большого, да, с рейда. Быстрее. Хитите рейд. Рейд падает. Гимн на жизнь дай, пист. Потом на ману сдай. Тотем поставит. Все, тотем. Гимн на ману. Отлично. И вышел на фул будет. Смотрите, куда плюет. Все, большую забирай. Это какой стак? Четвертый будет сейчас? Танку, если что, у тебя микрофон выключен, или я тебя не слышу? Там три, да, будет четвертый, скорее всего. Все, четвертый сейчас будет, забирай. Так, за спину отошли. Когда скажу разбежаться, разбежались. Можете все в одну сторону бежать, без разницы, когда скажу только. Большого забирай, все, сейчас будете разбегаться. Разбежались, быстро разбежались. Сейвы прожмите свои быстро. 4, да. Все. Отшли, все, теперь сбегаемся. Сбегаемся. Все, опять один фрейм встали, добиваем. Если на хилах, диспейте. Сразу. Все, забираем. Хорошо. Стоп АУЕ. Дайте забрать. Так, это связи много наносит. Да, буду. Яры шамана пожми, если никогда. Не диспейте снова. Кирус, сейчас перед кровью поможешь на трэш рейтинг там, чтобы там никто не умирал. Мы сперва кровь на принцов пойдем, потом валит. А, ну как хотите, можете. Ну давайте кровь. Кровь потяжелее, как раз если ты с тобой полегче будет. Забирай, блядь, там три сразу. Смотрите, куда плюет. Забирай большую. Все. Забирай большую. Он плюет в рейд прям. Вот такую может, да? Стоп АУЕ. Просто АУЕ стопните, ему труд не брать. По айс-шоку БР, а этот инор даю. Все, отлично, ребят. Что там упало? Жезл. И кровь. Блядь. Не, ну кровь 100% шанс падает. Все на интеллект, блядь, падает. Пиздец. Да вообще ага. Все на интеллект. Ну смотри, их ретрикский плащ бисленный почти. Пошли быстренько на трэш, не вставай. Да, да. Кирос, спекайся, все я заберу, потом разрулим. С первого шмота я еще не знаю, сколько там. Ну, поставьте шкаф, я пойду сейчас дань. Я только этот, как он называется? Воятель по ролю на танк. Да, без проблем. Без проблем. Боятель это с кого с крови? Да, с принцов. Окей. Боятель это что, типа бринтролли? Ну да, нет. Подходит. Там меткости надо хорошо. Все, окей. Писел упадет без проблем. Ну вот прям 17к, отлично. И плащ там, конечно, топовый. О, кстати, квест на кровь.
дела? Бля. Квест на кровь упал? Да. Бля, ну это надо Илону убить, мы успеем? Ну, Илону там вкусы контролировать, пиздец. Мы просто ее не убьем, ну, я не знаю, как бы. Тут агрить хану надо, да, или что там, пэт? Через квестика пэт... побольше надо, мы не убьем, у нас 230 было, 220 на сутки. Можете не брать, ребят, десятки, выполните квест просто. Десятки-то еще ладно. Не, мы не убьем. А там десятки и 25-ки разные квесты или все эти? Да, разные. То есть можно и там выполнить, да? А, кто такой взял таймер, пошел? Да, похуй. Сомнился. Забаньте большую. Мне изгнание надо. Изгнание. Эросы покил. Изгнание. Дайте трэш напулись. Кто убить кого попало? Вот самого высокого моба рослого, да? Его надо бить в первую очередь, а не ветривать. Вот, он бейте в первую очередь. Давайте, череп залили, берем. Мне обычно баны его кидают. Чтобы он эти бупы кидает, он, по-моему, даже из контроля кидает. Понял. Окси, умер, вставай, беги сразу. Потому что здесь кто-то еще сейчас попадает. Первого босса же с запы танков все упали, да? Ну, у меня есть такие. 45 минут еще. Там танку, наверное, не нужно. Угу. Я бы, конечно, вторые взял на резист зачарить, но, наверное, лучше танку. Да? Здесь же, в принципе, такие же, как бы, десятки. Угу. Смысл тогда. Ну, их три танка еды, ну. Там кто лапкой друиды может тактику пожать? Я сейчас сам. Я на друиде как так, раз. Все, мы же на месте. Тактика. Выехал сейчас с пушкой тактика. Обновленной. Ты уже зачарил ее? Да, да, уже души, где-то хукать. Все, тактика, это что? Что? Ну, чисто там, танк. Встань кто-то, или Керус, или танк, или оба туда наверх, и к краю лестницы я буду эту вниз грипповать. Блять, или похуй, давайте здесь. Ну я обычно так типа так буду. Просто я боюсь, что чтоб трэш не сагрился какими-то петлями там. Так я как-то неправильно сагрил, если ты не понимаю. Не, я просто боюсь здесь, вот именно в этом проходе бить бывает, что агрят петлями. Лишний трэш. Что тут до хрена? Левую тактику тоже забрать? Ну давай, да. Сейчас. Эти вниз под этой, под колбой сейчас зарежем. Ай, блядь. Чё сразу была такси? Ну там присти молоко выдал ближе. А чё без камней-то? Камни это уже потом. Ферейда. Ну ты не подготовился. Ну, надо капы, надо капы менять. Потому что поезд надо менять. Пока чё. Короче. Кто хочет следующую грань тьмы, 25 ДС готовьте, сразу в очередь станете. А там, если вам на будущее, то подождите, пока не сделаете ДС, хотя бы 20, чтобы было. Вот этого лейтенанта справа законтрольте, вот это оковами крест какой-нибудь. А чё на мне такой шилд здоровый, видите, ребята? Шилды такие здоровые. Ага, всё. Что здоровое? Шилды, блин. Метровые. Череп огромного роста залить. Да? ИВК надо будет убить еще раз тот, чтоб пояс выпал. Да нормально. В этой пачке да. Лейтенанта следующего, давай ему это оковы, а все остальное танки строить. Оковы не берут, потому что оковы уже сломаны. Давай и ВБ там или прист по лейтенанту, пока мы добежим. Че прибежит и сломит.
Потом из дискорда ливает канал. Ты можешь просто зрить. Ну, вот встретило в дискорде. Я не знаю, в идеале было бы вообще отключить этот звук, либо это просто... Какой звук? Ну, или когда кто-то выходит. А можно так? Я не знаю. Я не нашел такого. Нет, есть, есть. Все звуки слышаешь, конечно, но я не... Не все. Вот Лива, допустим. Какого-то отдельного слышно, человека, когда... что ли, или что? Нет, чтобы чел вот выливает кто-то, ну, от дискорда, и не слышно. Вот это вот пик-пик. Ну, у меня не слышно. Нервирует? Сиди с телефона, не услышь. Я даже не слышу, что кто-то заходит. Понятно. Не, ну тут старческий слух не повод. Не сравнивай. Что там не слышно? Не, с телефона реально просто бывает не слышно, что кто-то заходит. Нету звука. Ни входа, ни выхода. А сколько здесь этих падает шариков? Много? Ну, у нас локов много? Сколько у нас локов? Три штуки одновременно. Два лок. Чумак у нас тоже. Вот три пета, считай. Пета еще хант. Фантаж нет. Вол. Ух ты, бля. Птич, вот это вам. Кстати, Вой, ты не видел, что болезни скачут, не замечал? Какие? Ну, просто дот какой. А, хуй знаю. Куда скачут? Ну, просто они могут исчезаться. Просто. А, не знаю, не замечал. Не выйдет на у тебя? У меня вон они вешаются, на моде я смотрю и все. Просто они вот после апдейтов последних, они начали что-то финтиться. Просто могут исчезнуть сами. Времени прошло, так... и это не визуальный эффект, это именно их нету. Ну, не знаю, не Уржили просто, лесните, пожалуйста. Не. А ты еще помнишь, я тогда, когда в каре был, я говорил об этом? Честно. Ё-моё, ты еще вспомнить, какую кару? Ну, это, наверное, в прошлой каре. То есть, такие вот вещи. Я Келисета держу. Я Келисета. Вы делите между собой Волонара с Талдрама. Ну, Волонар первый. Тут колокол лежит. И кто Волонара будет танчить, допустим, Керус, на него надо будет на пулосе, да? Кулак еще обновите под АКшник. А я второго вообще далеко лежу, или в одном и том же фрейме? Надо находиться так, чтобы хилы всех доставали. Поставьте. Далеко понял. Куда-то убегать надо. О хилах тоже думайте. Кал, поставь за сумочки. Нурик, там колокол лежит, не знаю, нужен, не нужен. Да нафиг колокол, короче. Не будем ориентироваться. Да. Кстати, вон рыбку ешьте. Да, ДК держит. Если второй будет кель, то нужно будет внимательно прям. Ну там три сверки должны быть. Так, ну по тактике что, просто на могучем вихре друг от друга разбегаемся. Эти держим. Кинетические бомбы, чтобы не падать. Кто, блядь, ой, это не снимается? Это я. Мисс Клик. Черные сверки, если на вас заграны, после к ДКшке подводите, которые воет чинка. Все на пол тогда в Керуса, он будет Волонара первым держать. Ну, просто подбивает это. Сразу своих петов ставьте на эти. А мы в три танка идем? Да. Привет! Ну, вон, тактика тут как в десятке, думал, десятки все здесь были. По бафам сейчас скажу. Окей. Все бафы вроде есть. Даю добавим пул. А подожди, они не запустились еще? А нет, это как встанут, так можно сам. Вот встали. Все. Волонары. Поставьте, потом Геру дадите. Подальше отводите, а то Келисета сейчас агро сорвется. Все, вот так нормально, дальше не надо. Керуса на пол. Гера пошла. Ну, друг от друга отбежали бы. Отойдите от танка. Друг от друга. Блядь, Керус, ты можешь на месте стоять, главное, чтобы от тебя так. Боку ты ставь танк, халяву я бы... Керус, ты можешь на месте стоять? Боку ты ставь сам. О, Котирао, дай БР по боку-то. Смена цели. Бомбы кинетические поднимайте, локи, поставил пету на него.
понял. Вон там еще кинетическую бомбу падает. На пружинке, смотри, полетишь. Ну куда побежали, блядь? На килисета не трогайте. Не бейте, не бейте. Никто килисета не трогает, просто чильте и поднимайте бомбы, и все. А, нормально, элементалю похуй на эту сферу. Не атакует? Ну. Там пружинка, смотри, кот, отойди чуть, котяра. Ну он стоит. Полетишь. Блядь, какие тирейды. Убили. Пробавь эти рейды быстрее. А шоку не надо кинуть. Дайте бафы, палы. Палы, каску, кулак по шаману и по этому. В центре, ребята, пружинка в центре. Пружинка в центре. От пружинки, блядь, не наступайте на нее, ребят, пожалуйста. Видно же, что она огромная. Ауру от огня. Поставь, сейчас будет эти жаркое лететь. Просто бьем кинетические бомбы, следим каждый. Жаркое просто стоим, прожми я сокру. Сейчас ударит больно. Кинетические бомбы прям возле вас падают. Поднимайте две. А вихрь еще полетел. На вихре. Подойдите еще. Жаркое ловим опять все. Через Талдорама. Аккуратно через вихрь. Поднимите кинетические бомбы, здесь рядом все падают. Кто-нибудь петов локер поставьте петов. Нет. Друг от друга быстрее. Просто друг от друга, нормально. Выживи. Гимн на жизнь, да, Прист? Кинетическая бомба падает, поднимайте быстрее. Над вами прям падает везде. Все три поднимите. И штуки. Да. Милики сами подбьют, просто поднимите кинетические. Все, можете пока бить аккуратно. Кинетическая бомба. Друг от друга разбежались, если кинетические бомбы поднимаем при этом. Все. Можете побить, да? Только без ауе. Да не, не надо, может... просто подождем. Кто в соло цель бьет, то можете побить. Ну, просто бить. Поднимайте кинетические, пусть некоторые РДД побьют, если это... Тут же берсерк есть? Да. Есть, есть, но еще ну, долго там. Берсерк, да. Там еще около 6 минут. 3,5. Все нормально. ВДБМ есть, видно. Кинетически поднимаю, смена цели, 4 секунды. Все, можете идти, но бейте килосет. Сейчас в центре бахнет, прыжим. Талдорама бьем через центр, блять. Я на километра бьет и вроде пошел. Кинетическая падает издалека, поднимайте. Рядом ставите мастер аура. Поднимаю, поднимаю. Все, спасибо. Мастер аура тогда. Гимн на жизнь бы. Здесь прям появляется. Отойдите, смотрите, возле Талдорама. Наступайте на нее, блядь. Помогите бомбу, падает одна. Держи сам. Там три бомбы падают, помогите ему быстрее. Жаркое опять, массакру нажми, если есть. Видите, маленькое завихрение, не наступайте, иначе на огромном станет. Кинетическая бомба с правой стороны у входа падает. Поднимите, Пета посадил. Пета посадил. Череп поднимите. Волонару. Все, Волонару, бейте. Череп посадил. Друг от друга. Быстро, друг от друга. Бляха, нормально ударял. Канавку убил. А, БР, дайте. На правую череп посадите, Пета. А канавку поднимите. Кто может? Но, который с первой пати, кот, но стейдж. Подними арканавку в своем пати. БР, дай ему стейдж. Друг от друга, Петя, то есть не вставай. Заебись. Я буду идите добивайте дваляна. Фул ДП. Да. Поднимите РДДшки эти. Милики, идите на килисет РДВ, поднимите эти. Ракетки, бля, нормально так бьет. Хильтер и. Все, молодцы, ребят.
кажется, ладно, можно. Люди. Бля, там с укусами пиздец просто. Я тоже, конечно, хочу. Где там? Вот. А вы ячу. Пойдем. А где вот? Кстати, первый дверь. Вот, тут вот. И воятель, да, смотри, Валанар. И воешка. Где Валанар? Боеж. Ты, блядь, вот за... Воятель, воятель. На воятель упал. Вот, смотрите, как я ДС купил, он подешевел. Пойдет. Так, у тебя есть время на Валанару? Вальку закрыть еще? Ну, ой, не знаю. 10 минут. Покупать. Ну, побежим на трэш, а там перед Валькой, наверное, давай, уйду. Давай, давай, если что, если разролишь мод. Давай, правда, давай рольнем пуху воятеля сразу. Давай, а давай, чё, Лану не пойдем? Пойдем. Не, посмотрим, после валитры. А чё сейчас? Сейчас на валитры идем. А квест так же на неё, да, на Лану? Да, но мы не сможем квест выполнить. У нас 20 минут всего. Воятель, рольте. Он в боссе ещё лежит? Да, я прям сейчас могу отдать. Ага, ну закинь, я зачарю сразу камни сделаю. Все, кинь. Ну я трэш пока ебану. Ага, спасибо. Трэш пока еще ебану. И. Ну там 8 вещь рейд будет собирать. Вот, да, ну, я понимаю. Там танки 30 минут. Окей. Если что, ДД доберем. Найдем. Тридцать минут до первого шмота, скоро разроли первый шмот. Перед боссом можно. Там кто-то суманет и это. До трэша где-то шкафчик. Сейчас я. Если только зачем. Машист. Лану потраем после валитрии. Просто у нас у танка времени мало, чтобы он сперва этот, тебя тут нас подвел. Все, врываемся. Там много чего есть. Охотник с первыми убейте. Ой, не так кто дал. Вот, чили. Ну, хилы у нас все с гильды, так что я не вижу вообще смысла, что там в роли для их хилов. Что скинуть? Лапу. Лапу закинь, массу. А, кинь. А Кирус тоже может, у меня 8 штук осталось. Так я танч. Уже танч. Ну ладно. Чуть посильнее рейта могли бы на фузе, по идее. Угу. 1030 еще ТПС. Ну вот видишь, пока пуги некоторые есть, я добрал, они вообще слабые. Рейд придет. Поверните этот. Быстрее охотницу поверните, ебать. Кто упал, вставайте сразу. Да бегите, ну... пока хилы тут хилят, мы живем. Рейд упал. Иначе заново придется, ребят, давайте. Вставайте, бегите. Отбахаем, это не проблема. Если там есть, там закиньте по повелительнице. Надо. А, она все равно просто вокруг дамажит. Ну, миликов нет как раз. Тут видишь, что миники не привыкают, потому что отбегать надо, стоять что-то, пока не сдохнут. А так-то ничего сложного отбежать. Единственное, что вот эта стрела надо было захилить. А там не захилится, там надо было повернуть или встану. Она даже, она когда начала, видишь, на полубоком стояла, что ли, среди всего, но дамажит. Ну давайте, ребят, сюда подходите, пробафаемся дальше. Можете хрост поставить. Резист. По охотнице вот это что-нибудь дайте. ДПС даем.
Кстати, а по жезлу у нас тут РДД-то и нет, кроме гильдейских. Сами между собой договоритесь. Надо пошли. Ледяная, ну спину тут, да. Пауэ или анколи, анколиков у нас нет, только паладины не будут тролиться. Ну Фурика, конечно, воятель топовый. Я помню, даже с двумя бегал. А Брин троллик? Медики, медики, дайте стан, ребята. Нет, там стан не помогает, там просто не помогает, просто как бы. Да, все понятно. Просто убегайте все. Так, мест нет. Хилы, попейте, если боя нету. Если есть бой, то ебаните и мы нарву, но и концу кой. Сейчас надо будет. Кирус, дай эндер. Я опять лапку раскинул. По кому? По этому. Охотник, поверните, первым бить вот череп, через череп. Там ястреб ушел в рейд. Мелики там быша крутят аккуратнее. Это гуманоиды, им гнев небес не работает. Ой, блядь. Сорвало. Ну и блядь, хуя себе. Лучше не подходите, мелики, тут три этих повелителя полководца. Да, не быша очень больно плюс. Подождите, РДД залиться. Можно одного залить и потом, не знаю. Ну, два тоже могут шоркнуть. Татку, отбеги в сторону, сколько на тебе мобов? Ага, вот и иди с одним полководцем. И еще одного может тунтить, и тогда уже мелики проводишь. Да нету, блять, ее залить надо. Полководцы, чтобы вихри не было много в одну точку. Вон они, видишь, все крутят. А, ну давай. Мисс коммуникейшн произошел. Ушел? Нет, ну тут видишь, танки же общаются и не понимают друг друга. Ну там, короче, можете уешать медики, два моба хотя бы. Там эти... И мирьярские вот эти они стакают там что-то 30 тысяч раз в 2 секунды дамажат. Вот это вихрь. Ой, нормально так. И вихрь главное не сразу, он просто в конце каста дамажит походу. Ну тут, наверное, все, я сейчас пойду. Тут два танка. А, все, окей. Да, сейчас я разорву тогда. Тебе что-то нужно еще? Не, не нужно. Там запы этому танку, наверное, нужны только и все. Все тогда. Вальку не будешь убивать? Не, или не все, успеваю уже, сейчас там уже. Все, спасибо тогда. Ага, спасибо всем за рейд. До свидания. После Вальки разорву, блядь, первый шмот. 20 минут. Да еще. Спасибо. Еще доберем там, да.